Ба. Ай-яй-яй-яй-яй. Опа. Все хорошо, можно идти к кристаллу отдавать репорт на этого зверинца и вступать дальше. Так, мы в Бурамизасе, видимо, брали этого квест на этого монстра. Да, охоту, по-моему, там брали. Так, хорошо. Так, хорошо. Это радует, радует. Блин, кастануло. Да. Эх, ещё надо качать. Ну ладно. Так, это хорошо, убили его. То, честно говоря, я уже не знал, что на него кидать. Он все бьет и бьет, и сильнее, и иммунитет у него просто какой-то читерский монстр. Вот. Но, тем не менее, мы с ним справились. Бурамизас. Так, куда ли мы идем вообще? Да. То что думаем, что долго мы поднимаемся, бежим вообще что-то. Куда я бегу? Где я оказался? Кто нам? Гардия? Или нет? А, да, да, он давал. Все хорошо. Все отлично. Так, ну что ж, давайте сейчас проверим еще наш клан премьер с вами. Да. Чикоба мы убили, все. Дальше остаются монстры 6 ранга. Ну, тут есть 5 один. Так, есть какие-то новые у нас фигурки с вами в Скайпер Аден. Честно говоря, не знаю, что это за новое. А, вот это, наверное, фигурка белого Чикоба. Типа, ну, убейте Трикстера, да. Вот нам дали фигурку за убийство этого Чикоба. Теперь давайте мы вернемся в Рабанаст и... Может быть, доложим о том, что мы убили Чикобу, элитную охоту мы завершили. Возможно, будет какая-то новая элитная охота. Сейчас мы посмотрим. Честно говоря, я не знаю, как тут распределяются вот эти новые охоты, как они даются. Ну и сейчас мы проверим это. Есть тут также масса квестов, о которых я не знаю. В Рабанастре. Но это я займусь этим чуть позже. Эти квесты нам помогают находить новых монстров. Открывать новые локации. И в любом случае получать деньги. Сейчас мы зайдем сюда, посмотрим, что нам скажет наш Монтбланк. Будет ли новая охота? Сейчас мы все увидим.
А, то есть я уже Paragon of Justic. То есть я поднялся рангом, и мне дали Хайт Аркана и 3 Телепорт Стоун. Он говорит, я, мол, убил 4 Эспера. Ну, то есть, вам мы убили 4 Эспера. А, так, хорошо. Опять же, давай, дает нам Хайт Аркана и 2 Телепорт Стоун. Да, доступен. Новый монстр. Называется Белита. Такое испанское название. И изображена как-то курица с шлемом. Глаза красные. Ранг 7. И, естественно... Так, естественно, то, что он будет сложный. Он будет очень сложный, потому что он относится к элитной охоте, и я думаю, убить его будет сложновато довольно-таки. Вот нам помогут справиться с Болита. Честно говоря, вот охоту, по-моему, на Болита я, когда играл в Final Fantasy, не брал. Во всяком случае, я ее не выполнял, элитную охоту, поэтому для меня это будет новизной. Хорошо, тогда мы идем выполнять квест на нашего летающего дружка, который находится в новой локации. На эту локацию можно выйти через Балфорнинг порт, вроде как оно так называется. Ну, собственно, там где пираты у нас. Вот. По-моему, там есть даже золотой кристалл. Сейчас мы увидим, можно ли сделать туда ТП. Так, и за Плейнс. Базар. Так. Ну да, и за Плейнс там золотой кристалл. Так, порт. Есть ли он здесь? Да. Не знаю, зачем это сделал. Так, хорошо. А, собственно, новая локация находится с той стороны. Куда-то я побежал быстро. А, квест на монстра мы взяли, да? Сейчас монстр именно у нас будет таким, он летающий, да. А он находится в Керабистеп, и все. Больше нам ничего не сказали. Ну, как раз новая локация, давайте полазим. Я думаю, это будет интересно. И в плане прокачки тоже будет хорошо. Насколько я знаю, тут тоже есть такой небольшой квест, связанный с Купа, по-моему, тоже. Даже не успевает атаковать. Ну и опыта, честно говоря, немного за них. Это меня, конечно, немного расстроило. Yeah.
хотя атакуют нормально. Но опыта вообще мало. Два человека бьют и... Опыта нет. Ой, кастуют плохую магию. Все. Успели предотвратить. Так, кто там летает? Не хочу с ним связываться. Я всегда презирал летающих монстров. Видимо, здесь его и не будет на вот этой первой подлокации. Так что зачастую монстров, когда на первых подлокациях нет, они чуть отдаляются вглубь целой локации. Поэтому, я думаю, мы найдем его дальше. Щелдвирм. Да, он таки сильный. Так, можно ли у него что-нибудь спереть? Да, лиха у нас. Ничего себе. Так, вот эти мельницы. Наподобие этого, ну, механизма, с которыми нужно будет проделать какую-то операцию, мне кажется. Так, ладно, у нас 44. Лихо парень прокачался. Да, на них можно прокачаться. Они, в принципе, быстро убиваются. Но проблема от них тоже нужно нахвататься. Так, баш у нас, по-моему, с гранатами, если я не ошибаюсь. И гранаты эти, походу, тоже неплохие.
А, ну это что-то наподобие. А, я понял, я думал, он их будет метать. Я думал, это гранаты вообще, ну это как бы... Ну, такие старые гранаты. Ай, ладно. Ну, по сути, думал, что бесконечные они, потому что... Ну, у Франта бесконечный как бы патрон, да? Ну, лук, на луке. А то эти выпалится бесконечные. Поэтому и подумал. Никуда не годится. Руна Блейд. Руна Блейд, там же меч какой-то, да? Почему у... Интересно вообще, почему я его не надел? Так, давайте сейчас аж наденем его. Руна Блейд, так. А, новый эспер доступен нам. А кто там на очереди? Там, по-моему, после Фран идет баш. Сейчас на его. Так, хорошо. Рунблейд. Мечи. Вот он. Шестой. Ну, довольно-таки неплохо. И, по-моему, тут урона у нас на локации, да, или... Стоп. Стоп. А, не урона, мы же купили карту, чё, у этого. Все, я понял. Урона тут нету, мы покупаем карту. У купа, который стоит перед этой локацией. Вот. Ладно, друзья, давайте на этом закругляться. В принципе, пока что эспера мы... Точнее, эспера монстра нашли. Уже ночь, я немного уже подтупливаю. Так что извиняйте. Всем удачного дня. Пока-пока.